Живот, принеси мне, пожалуйста, стакан воды. Слава богу, через час. Под. Мурчит там под носу. Я не грустная, у меня реально болит живот. Бесится, что я попросила стакан воды. Вот как жить с таким мужиком? Это из крана или из бутылки? Бутылки, конечно. Спасибо большое, Женечка. А сколько нужно пить? 2 таблетки. Говорить, бросать тебя, я достойна лучшего. Короче, не слышу, что он в наушниках. Нет, Алина не беременна, она же сказала вчера. Сейчас покажу ногти. Я ненавижу пить таблетки. Подожди. Она у меня застряла. Фу. Я сейчас блевану. Подождите. Фу. Фу, какая она противная. А кто на нашем профиле стоит? Сейчас вырвет меня. Вырвет. Что на меня так смотришь? Смотри своим телефоном. Шторы как у вас? У нас даже отпариватель есть. И светильник есть. Дом Вакунти... А кто на Дом Вакунти сидит? Сидит. Вот пишут, Дом 2 континует. Это наша страница? Ну, Ларни, наверное, сидит. Моргенштерн! Вот это наша? Ну, да. Как у тебя дела, пишут? Да, моча дымбузи. Как я могу вызывать скорую, если я нелегально тут? Вы хотите, чтобы меня сразу из больницы отправили домой? Фу, мне так противно от этой таблетки. Она прям вот здесь. Я, нет, губы не увеличивала, это фильтр такой. Слушайте, я сейчас делаю эту... Слушайте, меня, девчонки... Вот обязательно, это не реклама. Вот вы мне пишете в сообщении. Сейчас меня вырнет. Я делаю, короче, эту процедуру. Против мешки под глазами, чтобы не были черные вот эти. Вот, ставишь нити. Потом через 6 недель колешь что-то. Я забыла, как называется. Если хотите, могу сделать скриншот, то, что доктор сделает. Вот. И потом у меня больше не будут вот эти круги под глазами. Сейчас фильтр, сейчас я красиво. А вот с утра у меня вот такие глаза. Короче, это была моя мечта, сделать вот эти нити под глазами, чтобы подтянуть чуть-чуть кожу. И я буду красоткой. А кто мне сделает бульон? Я сегодня купила куриные крылышки из Косвилл. Хочу сделать в духовке с картошкой. Вот это сильно помогает. Что скриншот? Скриншот это что? То, что мне доктор прописал, я могу выставить в сторис.
А я со вторым подбородком сделаю после глаз. Смотрите, вот вы говорите, не порть свое лицо. А вот это что? А вот это жир. О. Видите, какой жирок у меня? Конприн Молдова. Кратклавара. Вот, когда я уберу вот этот второй подбородок, у меня будет вот такое подтянутое лицо. Красиво. Жареное пока бы не надо. Так это не жареное, это в духовке. Крис, вернешься из Италии когда? Не знаю. Хочешь, Жень? Он рядом, как вы его хотите. Привет, очки все в наличии? Да, все в наличии. Ну, которые я выставила это в сторис. Что-то я уже 2 дня не занимаюсь продажами. Продала слишком много, я решила сделать чуть-чуть. Знаешь, почему не продаю? Потому что 9 марта только чехлы будут у нас. Поэтому, если будут заказы, мы же не можем брать заказы и без того, чтобы отправить. Дичену лейш пижене кутине Италия с кунаска мама. Pentru că noi nu ne gândim la un la o relație serioasă pentru că nu avem aproape nimic în comun. Suntem ca frate cu soră în ultima vreme. O să fii la Domba? Nu știu. Моя подруга Крис в Молдавии. Зачем можно, нужно убрать подбородок, когда можно просто похудеть? А я что, толстая? На подбородке как я буду худеть? Почему не берешь Женьку в Италию? Потому что у нас нестабильность, потому что мы не знаем, что будет дальше. Потому что... Потому что, по качану, потому что я не чувствую. Чао, Кри, ну кунош по ними, каждый раз афити касы в Москве, еще один Италия, просто трек акула, дар сингура, дестат, бу. Пой, да, депинь, никуда че вресте оку. Ну, целиком, просто мы сдим Италия ла Москву. Хай, ка я амнит ла дом 2, да. Так, ну, ай, ресурсу арикари, потому что трес лишь Италия, потому Москву. Ам, кунош, кут, нормально, ка. Care poate să vă ajute cu apartamentul. Привет, Брест. Германия со мной даже. Да вы что? Я из Молдавии. Просто массаж лица делаю. А что, помогает? Привет, Евгений. Я не знаю, насколько летает. О, салют Парис. Кстати, вам кол Андрейд. Ладно, я иду приготовить покушать, потому что сегодня у нас гости. Полежу полчаса. А где у тебя второй подбородок? Вот. Вот. И еще зайду в прямом эфире. Сегодня я не очень. Хорошо себя чувствую, и поэтому вот такая скукота. Я очень на вас обижена, потому что... Не на всех, которые смотрят. Потому что очень мало активности вообще. Вообще. При 130 людей, у меня 5000 лайков. И я накрутку не делала никогда. Почему люди не активны, я не понимаю. Или, может быть, я попала в теневой бан. Но... 5000 лайков при 130 тысяч подписчиков, вот все 125 тысяч что делают? Мимо проходят? А почему тогда они подписались на меня?
Привет, красотка, тебе Дима на ДР понравится? На какой ДР и какой Дима? Я не знаю такого. Что с синяками под глазами делать? Давайте про синяки под глазами. Я выставлю где-то пост через 4 недели. Когда я вам покажу, мы сняли видео до первой процедуры. Это было 3 недели назад. И последнюю мы снимем через 4 недели. Ну, то есть получается 1,5 месяца вот эта вся процедура делается. Нужно сходить 3 раза. Один раз, потом через 2 недели, после того, как тебя кололи, когда у меня были вот такие фингалы под глазами. И потом тебе ставить нити на вторую процедуру, а потом идешь и ставить тебе еще вот витамины, что ли. Я медицинских терминов не очень. Вот. И вам покажу. А потом вы зайдете к моему доктору и увидите. Хорошо? Если вас интересует. А кто к вам в гости придет? Редактор Дома 2 придет в гости. Редактор Дома 2. Наша подружание. А мы не знаем, на каком канале. Мне кажется, она осталась слаб. Не игнорьте, ответьте, пожалуйста, на каком канале Дом 2 будет показывать. Если не знаете, то скажите. Я не знаю, никто не знает. Это интрига от них, от руководства. Если бы знали, фу. Не знаю, честно.